Так. Игра. Так. Так, Бельгия. О, а что же идти? Высоко, так. Не, полный. Давай погнали. Так, что тут у нас по шинам? Так. Короче, играю без чата, поэтому как бы через GeForce, через видеокарту. Так что как бы. Но можете морально меня поддерживать. Все-таки игра. Welcome to the circuit to... Серьезное мероприятие, меня дали какую-то левую машину. Ага. Это реальный онлайн, тут уже. Следующее у нас. Это у нас Бельгия. Это прям вот зашел, и тут мне тут дали какую-то свободную машину и предлагают круг схода. Давай, поехали. Ну ладно, я себе помощь подрубил. Ох, мать, это. Это Вильямс! Да вы гоните! Только не Бельгия. А тут флешбеки есть? Да ты хорош, блин. Надо было машину настроить, да? О, опасный поворот. Фу, все нахер. А можно еще машину? Ну давай, как... Еще раз по... Как отсюда, сука, выйти? Сессия прервана. Понятно. Почему Бельгия? За что? Поиграли по сети. Отлично. А! А так можно было, что ли? Ну окей, сейчас.
тренировочная машина была. Стойка, блин, да. Так. We'll make the changes you requested. А, да кто тут, это же тоже есть, что ли? Стратегия гонки, о чем мы как бы. Так. А по времени. Это кто все такие? Это что, реальные игроки, что ли? Флешбеков тут, то есть, нет, да? Окей. Я просто как бы убедился, что их действительно нет. Да... Кто дал мне эту машину? Зачем вы мне ее дали? Ладно, хоть помощь можно включать. Я боюсь эту машину. А это точно реальные игроки? Блин, похоже, да. Андрей, соберись. Главное, не ссы. Главное, не ссы. Все нормально. Главное, не ссы. Не ссы! Ты дурак. Так, один круг запороли, нормально. Бельгия. Хоть бы дождь пошел, я не знаю. У меня есть одно проблемное место. 10 секунд я уже не отыграю. Не захотел этот позор на YouTube показывать. Кто смотрит это на Твиче? Можете пока прожимать F. Плохо еду, я согласен. Я вообще не чувствую машину эту. Тут надо на скорости проходить, согласен. Я боюсь просто. Она такая... Никакая. Вильямс. Ну вот так вот. Я не знаю. Я не могу ни хера на ней проехать. Включайте дождь, я задолбался, блин, я...
прижимной силы вообще не алё. If you want to know specific information or make certain changes to the car during a pit stop, you can tell me what you want over the radio. Press and hold the radio button to activate the system, and you can either speak the command or select it manually from the radio screen that will appear on the multifunction display. While the radio is active, cycle through command groups with the MFD button. Да, это ни хера не поможет. Мне уже шины кричат. Ну ты дурак, конечно. Ладно, засейвились. Ну, зато тормозится вот здесь вот нормально. А, флешбеков нет, я понял. Это ж он типа онлайн. Чего? Кого? Все, понятно. Это я завалил, да? Нет! Да пускай он едет. Пускай они едут, я, блин, требуемо время первый. Чего? Чё смеяться-то вот? Требуемо. Ну ладно. This is a quali sim. We've estimated the times our closest rivals will be doing, so that's what we need to beat. Я, блин, не знаю. Вот там надо. Я забыл, как там надо проезжать. Да сука. Ну ладно, хоть это самое. Я не знаю, что еще как. Okay, let's talk about this track. Huon is the double left-hander of turns 11 and 12. Scrub off a little speed and turn in about 50. Ну один кружочек хотя бы доедем. Наверное. Я не могу победить эту машину. 4 минуты. Все херня, не успеем. Если даже в меня Шумахер селится. Ой, как же тяжело на Вильямсе ездить. Зачем бы мне его дали? Все, я переочковал максимально. Проигрываю. Ну, в поворотах хотя бы Вильямс. Куда ни шло.
Все, 0-7 уже проигрывает. Беда. Скоростные повороты это явно не для этой машины. Тихо, спокойно. Мы же хорошо дружили. Давай. Пожалуйста, давай, родная. Я верю в нас, давай. Ну же! Тихо, нет! Ну не тогда, ну ну. Не засчитали. Срезал, да? Беда. Ну ладно. А, смысл? Можно как угодно уже ехать, все уже. Все круги не засчитали. О, антикрылев нет. Вообще пофигу. Крылья, вы где? Все Мерседесы и Феррари разобрали. А я вот, я на всем, что осталось. Двадцатый, отлично. Свободные заезды запорол. А квалификация у нас когда? В следующем? Конечно. Пока мы не убьем эту машину. До победного ее будем ломать. Давай, погнали. Ну же, колымага, давай. Хотя бы один кружочек. Почти не. Ой, я понял. Прижимная сила просто мне кричит. Ты чё, дурак, что ли? Ну, зато вот эти вот повороты вообще без проблем. Все скоростные повороты, это просто сразу пока. А можно флешбэк? Ну чё, всё, как бы. Приехали. Ч
что это Бельгия, по-моему, не моё. О, квалификация. А, ну ладно. Я понял. А, квалификация тоже у нас не сегодня, что это? От свободной заезда можно в любое время проехать. Так. Так. Не понял. Так, квалификация у нас через 5 дней, да? Или как это работает? Все, меня туда даже не пускает. Ни хера себе, 400. Меня тут и нету, да? А, это предыдущий. Бразилец какой-то. 101 уровень. Помощь. А, так это синяя машина, это сетевой болид. Да. Нет, вы чё? Сетевой болид, и это значит как бы... Да. Так, ладно. Сетевая, так. Где-то у нас? Выиграл, так, лиги. Ну, мы сейчас тогда что-то найдем. Подходящие лиги. Китай. О, Китай нормально пойдет. А, 20 из 20. Так, я понял. Так. Европа.
Погнали. Ага. Так. О. Так. Ага. Так. Блин. С этими лигами. А можно как-то без всяких лиг? Так. А, рейтинговая игра? Ага. Кругов. Так. Кругов. А, да, 5 кругов. Сетевая игра. О, все, разобрались, отлично. Отлично. Разовая квалификация. Италия. Ой, и тут у нас что, сетевые болиды, что ли? Ладно, херня. Нету рейтинга, нет проблем. Только не... А, сейчас сетевой болит. О, твою мать, опять эта машина. Ну ладно. Андрей, соберись. Отлично. Последнее место. Девятый. Ха.
Да. Ничего, отыграемся. Блин, надо было медиум хотя бы брать. Lots of cars on track. Easy into the first corner. It's gonna be tight. Чего? А! Ну понятно. Какие шины сломал, на таких поеду, я понял. Твою мать. Как тут опасно. До финиша не все доедут. Ну, уже без антикрыла правого. Нормально. Изменить? Да, не, едем пока. Пока вся машина не сломалась. Кто-то без антикрыльев у нас рассекает. Опять? А за это его не должны с гонки, как бы. Он прям навстречу мне ехал. Сука! Чё за дебил? О, каких придурков тут только нет. А, ну я понял, тут как бы. А, да гонка уже, что ли? А зачем мне тогда, если тут у них гонка уже? За бред, блин.
Беда. Давай, 25%. Все, видать, так едут. Ага, то есть я как бы один, да? Хрень короткая. И... Так, я понял. Стандартная игра. А в стандартной игре что у нас тут? Ага. Так. Что у нас где есть? Где поболее народу? Сетевой болит. Прогресс 3, так. Какой тут фойе. Так. Фойе. Классические болиды. Оп. Ну ладно. Выбор машины. Ох, матерь божья. А чё, Лотус надо, наверное, выбирать. Или Феррари. А что тут можно выбрать? Ни хера не понял. Ага, так они уже едут. Разовая квалификация. Прикольно.
Ну сколько можно один круг ехать? О, наконец. Теперь, да, можно я тоже поеду? Maintain focus going into the first few corners. We don't want an incident before the race has even started.
was our last stop. No more scheduled pit stops. Черт, эти исторические болиды. А тут у нас уже гонка, да? Ничего, нормально, люди в дождь на сутки едут. Псевдослик, псевдослик. Пит-стоп. Окей.
наехал. Первую позицию. Классно. Все по-взрослому. Так, и что делать с ним? Все, просрал ты первый месяц. Thank you.
Надо и нам поучаствовать. Так. Канада. Давайте канат. Так, Канада. Так, у нас тут сетевые болиды, да? Ой, ну Канада, да Канада. Ой, хоть одну гонку до конца доехать. Давай, погнали. А, кто у нас все синхронно? Так. Это не посмотреть погоду. Ой, ну с Канадой-то я справлюсь. Сука! Это было первое место. Ох, нихера себе. Сколько людей не доехало в этом месте? И... Ага. Не, кто-то доехал даже. Да. Лучшее время, минута 11. Нихера себе. Сколько? Минута 11? Он там по траве, что ли, срезал? Чего? Реальные болиды за столько не проезжают. Минута 11? Серьезно? На читах. Инфосотка на читах. А, да, что-то настраивает. Пять-то кругов. Понятно. We'll be right back.
Сука! Мне друг какой-то завезли. Ехал же вторым. Okay, box, box, box. We're adjusting the strategy. Come in this lap. За кого-то дебила, блин. О, у меня сок есть, классно. Ну, поехали. Так, я 8 из 8. Нормально. Еще один у нас кто-то сошел. Предупреждение дали. Грустно. Как так второй сектор хуже? Ну ладно. Ой, предупреждение дали. Да хорош. Не надо. Thank you.
Сейчас я второй сектор лучше проеду, не ссыте. Только не ссыте. О! Меня все равно догоняет. Это самое лучшее лично для меня. This is your final lap. Final lap of the race. Что, меня ждете? А вот ждите, нехер было меня подсекать. Ждите, ждите. Это у меня. Caution, yellow flags ahead. No overtaking through the caution zone. Be careful until you see the greens. Чё какая-то? Doing good, doing apparently since if Mike told me that people were poor and they don't have after 2020, so I had to boot up this 2019 version of the shit game. Like I have so good timings and setups and I know the breakpoints in 2020, so I go into 19, I'm like, I'm doing Canada, I'm like, well, so the breakpoint is like, be fucked here. I crash into a wall. I'm right now in a loading screen. I was playing ranked and beating them all. Ой, тишина и спокойствие. Все разговорчивые такие. Нехер тут делать. Опять Канада. Да вы что, издеваетесь, что ли? Окей. Давайте дождь тогда. В этот раз я нормально проеду. Я собрался. Нет, отбой, я не собрался.
Дождь, отлично. То, что доктор прописал. Он, ну, может закончиться, ну пофигу. Минута 15 я ехал. С небольшим. Сейчас. В этот раз я сделаю это. Сто 22. Ну, ну ладно. Ну это 27. Четвертый. Ах. Ага, ну то есть последний из тех, кто время показал. Ну ладно. Okay, don't do anything reckless today. Just take it easy and we should have a good race. Ага, понятно. А. Зато у меня прижимается. If it takes too much damage. Сука, куда ты, блин? Разобьется, не разобьется. Странно. Ну ладно.
нам. Пока. Куда ты там лезешь? Ты туда не обгонное место. Ничего, меня и похлеще выносили. Нормально. Танки крылья целые. Yellow flag. Okay, the incident has been cleared. Let's get back up to racing speed. Даже не рассчитывать. Интеграл мне в печи, чтобы ты меня обогнал. Ух ты, хера, у них там как плотничком. Может быть, штраф кому-нибудь дали из вас? Я третьим стану, нет?
Третье место. Значит, дали штраф. Российский флаг. США? А, не, Франция. Тут хоть трасса широкая. Так, нас шестеро, да? Четвертый. А, ну, понятно. Последний. Из тех, кто доехал. Ага.
И ладно, мне штраф еще дали за это. Дурак, куда ты поехал? Ты там жив еще?
минут 40 сможем выйти. О, нормально. Секунду. Так, третий сектор тоже поехал. Хорошо, блин. Почти ж догнал, сука. Ну что пудово тебе штраф дали? Ну инфа сотка, что дали. Ты еще. Нет, не дали никаких штрафов. А, это мне еще штраф дали, да? Ему-то не дали как раз. Понятно.
Нет, 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 так. Испания. Все, хана. Много кто не доедет, я чувствую. Зачем я-то выбрал этот раз? Ладно, будем вспоминать, как это делается. То есть я уже как бы типа последний, да? Ехал там неплохо. Понятно, я последний, да? Ну и отлично. Проще будет стартовать. О, да ладно. А как? Тут сзади еще кто-то. Какие-то люди есть. If it takes too much damage. Ого!
can't sustain this level of damage. Получил, сука. Green flag. Да. Ну зато у меня с антикрыльями все нормально. Ой, просрал я свой подиум. DRS is now enabled. Will be available to use when you are within 1 second of the car ahead in the DRS zone. Ладно. Терять уже нечего. Сразу надо было так ехать. Минута 26. Самый лучший первый сектор гонки. А, походу на то. Ну чё, третье место, надо побороться. Блин, он тут не ошибся, жалко.
будем надеяться, что у него какие-то штрафы будут. Секундочку, мозг проигрался. Два и шесть. О, неплохо. А ну-ка. Так, походу нет меня. Серп. Не догнал я серба. Жал. Да. Хватит, я думал сидеть. Mm-hmm.